Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет новая игра на Android, где мы с вами будем с помощью истребителя уничтожать различные вражеские техники. И знаете, в чем прикол? В том, что можно не только их уничтожать, а просто землю. Много-много-много-много ракет можно накидывать на эту общую планету, на эту землю. И эти ракеты будут взрываться, и все выглядит очень прикольно. Можно сказать, типа, знаете, такая вот песочница, чтобы все разрушать. Я не знаю. Ну, мы сейчас поуничтожаем с вами вражеские машины, посмотрим, как это все выглядит. Так, ё-моё, офигеть, я накидал, смотрите. И все мимо, да? И все абсолютно мимо. А чё, у меня есть еще что-нибудь? А, вот эти у нас бесконечные, как бы, ракеты. Абсолютно бесконечные, они у нас не кончаются. Стреляем, 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 нажимаем. Смотрите, сколько много они летят. Ё-моё. Вот это да. Вообще, мне эта игра этим и понравилась, что именно это все так происходит. Очень прикольно. Да, и графика сама по себе прикольненькая. Подождите, смотрите. Вот. Так, теперь спускаемся вниз, надо уничтожить до конца. Так, во-во, именно туда полетели ракеты. Так, хорошо, пока что у нас все идет отличненько. Давайте еще что-нибудь. Так, это что у нас? Остальные у нас просто-напросто снаряды не работают, потому что они еще нам недоступны. Но думаю, что в дальнейшем это все откроется. Поэтому, если игра вас заинтересовала, скачивайте ее по ссылочке в описании. Также не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и написать крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Ну что, попали? Попали в цель? Нет, мимо. Но я тебя сейчас все равно уничтожу. Это первый уровень. А, и мы его довольно-таки долго уже проходим, да? Ну, потому что не все так просто здесь. Так, еще к управлению нужно привыкнуть. Такой джойстик, знаете, не то что неудобный, ну, нужно просто привыкнуть. Так. Ей-ей-ей, не на ту кнопку нажимал. Все. Вот она, отлично. Все просто повзрывали, все, что можно, все, что двигалось. Так, что еще у нас двигается? Вот. И что? Опа, не, что это было? Что я... Какая-то супер мощность у меня произошла, да? Так, красненькая машинка. И атакуем, стреляем. Вот так вот. Все, миссия у нас завершена. Смотрите, что осталось. Ё-моё, нифига себе, какая яма получилась. Еще. Да, ё-моё. Я просто хотел показать, как это все происходит с этим улучшением. Ну, точнее, вот эта яма как появляется. Имеется улучшение, да, за деньги мы улучшаем и настройки, графика у нас средняя, но давайте поставим ультра и сыграем на ультра. К сожалению, мы с вами не прошли первый уровень из-за того, что я просто-напросто врезался в землю и тем самым проиграл. Но я хотел вам продемонстрировать вот эту яму, как она появляется с помощью наших ракет. Но думаю, что если что, сами пройдете. Я вот зашел в эту игру, чтобы еще раз вам показать ультра графику, потому что мы играли с вами на средних, и на средних, и на высоких все, в принципе, нормально. И на тех, и на тех, а также для каждого своего устройства вы выберете свою определенную графику, чтобы не лагало, чтобы все было нормально. Ну на этом, ребята, все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока.